Добрый день, меня зовут Олег Росу, я с Западной Украины, с города Ивано-Франковска. Мне очень приятно, что у меня есть возможность показать свои работы, и мне очень приятно, что эти работы, возможно, вам и понравятся. И вот моя третья работа, которая называется «Блок энергии» или «Блок питания». Картина очень детализирована, потому что каждый человек сам выбирает, где ему черпать энергию, воодушевление. Пирамиду я представил человека, который постоянно требует поглощения какой-то энергии. Эта работа имеет размеры 30 на 35. Это картина панно, сделанная буквально месяца два тому назад. Конечно, каждый человек видит что-то иное, но это же прекрасно. Для меня эта картина остается как блок или точка энергии. Вот. Надеюсь, вам понравятся мои работы. Большое вам спасибо.